Список лучших казахстанских книг, выпущенных в 2015 году, открывает издание под названием «Моя родина, Казахстан». Она была приурочена ко Дню знаний юным читателям всей страны. Это яркое и красочное издание. Ее конструкция сделана в виде юрты, заключенная в обложку в виде короба. Автор оформления книги – художник-дизайнер Нурмухамед Наурызбаев. Эта книга предназначена для детей, учащихся в начальных классах, для того, чтобы познакомиться с нашей богатой и необъятной страной. В этой книге также рассказывается о изделиях, сделанных своими руками, кухне и национальной одежде. Затем о домашних животных и зверях. Красиво описывается природа, степи. Конечно, много познавательного можно узнать, прочитав в этой книге о безграничных краях страны и областях. И, конечно же, книга в подробности расскажет о становлении нашей столицы. И в последней главе можно будет прочитать о деятелях культуры, о людях, прославляющих страну. И дети, читая эту книгу, сами будут стараться брать пример с таких людей. Эта книга является отличным подарком не только для детей, но и для тех граждан, кто хочет узнать о нашей стране подробнее. Ее можно приобрести как на территории Казахстана, так и за ее пределами. Так как она была переведена на 3 языка – русский, английский и французский языки. В свою очередь, французское посольство специально дало заказ на печать нескольких десятков книг. Благодаря тому, что эта книга пользуется популярностью за рубежом, она входит в список лучших книг 2015 года. В книге под названием «Наш президент» ярко описывается вся жизнь нашего президента, начиная с самого детства. Учеба, работа и, конечно же, тема, посвященная ему как первому президенту. Книга о нынешнем главе государства – это история жизни одного человека, но в то же время история нашей страны. Чем эта книга уникальна? Прежде всего, в доступной форме ясно и просто рассказано нашим детям о нашем президенте. Вы знаете, в старину героических эпосов батыров всегда родители вымаливали у Господа. Но Руслан Абишевич тоже вымаленный ребенок. И, может быть, поэтому ему и была суждена такая жизнь. «Времена и думы». Автором этого произведения является президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев. Это издание базируется на анализе политических, научных и публицистических произведений главы государства. Книга имеет важное социальное значение и объективно призвана нести большую, развивающую, научную, просветительскую, образовательную и воспитательную функцию. В издании собраны мысли и изречения первого президента Республики Казахстан. В ней 15-14 глав. Но они очень хорошо излагают его философское кредо, его жизнь, потому что его жизнь очень тесно связана с историей нашего государства. На заре становления казахского ханства Жанибек первый постулат, который ввел, интересы государства превыше твоего. И вот в этой книге очень хорошо об этом сказано. И я хочу зачитать вам всего 2 цитаты из этой книги. «Будущее не может быть плохим или хорошим. Оно будет только таким, каким мы его построим. Самые великие дела приходятся на самые трудные моменты жизни». И пусть каждый гражданин Казахстана об этом помнит. Ранее вышедшие сборники Нурсултана Назарбаева «Туған елім тірегім», «Өзек жарды ойлар», «Ой бөлістім халқыммен», «Мыслями с народом поделюсь» были тепло встречены читателями. Пользуясь большим спросом в читательской среде, к настоящему времени они успели превратиться в библиографическую редкость. Хайрат Урынов, Ильхам Аюпов, Жаңа күн.